В областной филармонии сегодня на предпраздничном торжественном собрании, посвященному Дню защитника Отечества, вручали памятные награды. Золотой знак за заслуги перед Оренбургской областью был учрежден в прошлом году губернатором. И сегодня впервые нашел своих почетных обладателей. О том, кто удостоился значимой награды, знают Иван Бер и Владимир Семенов. Сегодня в здании областной филармонии на торжественном собрании отметили сразу два события – предстоящий День защитника Отечества и первое в истории области награждение почетных граждан Оренбургского региона. Ими стали наши земляки, дважды герой социалистического труда Василий Чердинцев и герой России Александр Прохоренко посмертно. Уважаемые Наталья Леонидовна, Александр Васильевич, зал стоя благодарит вас за воспитание достойного гражданина нашей Родины. Доблестного сына Отечества, на подвиг которого равняется молодое поколение России. Александр Прохоренко выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавал точные координаты для нанесения ударов российским самолетам. Когда его обнаружили боевики ИГИЛ, Александр вызвал огонь на себя. Он погиб, уничтожив множество боевиков. Василий Макарович Чердинцев в послевоенное время работал в колхозе «Рассвет» Сакмарского района. За выдающиеся успехи в производстве зерна был дважды удостоен звания Героя социалистического труда. На торжественном собрании жители Оренбурга с предстоящим праздником поздравили как первые лица области, так и сами защитники Отечества. Пожелание для мужчин быть здоровыми и всегда готовыми выполнить боевую задачу, когда потребует Родина. Мы еще немножко пенсионеры, но в строю. Вот что надо, быть бодрым и здоровым. Старые, но не бесполезные. Не старые, мы старыми не бываем. Опытные и полезные. Сослуживцам прежде всего удачи, большой военной удачи в прохождении военной службы, терпения и семейного благополучия. Иван Бер, Владимир Семенов, «Наше время».